тихо, солнечно и поют птицы. Живописный пруд на Серебрянке стал местом проведения неформальной встречи главы округа Пушкинский Максима Красноцветова с жителями Правдинского. Как у вас вообще все хорошо, а? Как у вас все прилично? В формате пикника обсуждали насущные вопросы. Было поднято несколько тем. Во-первых, людей интересует приведение в порядок территории после прокладки труб по социальной газификации и работ Россетей. Во-вторых, неравнодушные обратились с просьбой сделать в Правдинском парк или небольшой сквер, чтобы было красивое место для встреч. Поговорили и о давно наболевшем, о переезде. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев был на территории, и он понимает, что эта проблема, она есть, что ее надо решать. Сейчас мы прорабатываем вопросы в части финансирования этого, безусловно, достаточно большого проекта. Поэтому в ближайшее время, конечно, решение будет сформулировано. Также на встрече присутствовал Баха Хасанов. Он является одним из координаторов волонтерских групп нашего округа и занимается передачей гуманитарной помощи военным. Недавно и сам глава округа Максим Красноцветов побывал на передовой. Оттуда ему передали грамоту и флаг с гербом муниципалитета, где участники СВО оставили свои подписи. На повестке был вопрос поставок в зону боевых действий гуманитарной помощи. Заодно обозначили планы совместной работы. На сегодняшний момент очень много людей, которые готовы, оказывают содействие, оказывают помощь, большую помощь, финансовую помощь. И хочется сказать слова благодарности всем тем неравнодушным людям, которые сегодня занимаются этим вопросом. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.